Так, остались прямо секундочки, минуточки, прежде чем Аня выйдет на сцену. Привет, что здесь происходит? Кого-то ощипало там, я не знаю. Это эти крылья нам делал дизайнер на заказ. Полюбите себя, там все это полная хуйня. Наоборот, посмотрите на себя и поймите, что вы жирные, блядь. Всем привет! Вы на канале Живая Сталь. Меня зовут Александр Евсеев. Мы находимся на Гран-при 4 лиги NBC по бодибилдингу и фитнесу. Спортсмены долго и упорно готовились, чтобы показать свою лучшую форму. И здесь, а сейчас они выявят лучшего. А мы пойдем посмотрим, как это происходит, и расскажем вам. Пошли. Вот это да, ты посмотрите, как она подтягивается уже. Уже я сбился со счету. Раз 15, наверное, точно. А ты можешь так поговоришь, наверное, да? А, чтобы хват. В какой номинации выступаешь? Мастера бикини. Мастера бикини. Вот это бикини, как могут, оказывается, еще и мастера. Да. Это очень круто. Вообще прекрасно, прекрасная форма, а еще и физическая форма. Не каждый вообще один раз-то может подтянуться, девочки. А давно выступаешь уже? А второй раз. Первый раз в декабре. Второй сезон только? Второй раз, да? Да. Круто. Почему NBC? Ну, как-то с нее начала. После карантина. Это нравится организация, все очень, как проходит, да? Очень. Я просто до этого пауэрлифтингом занималась 2 года. Висит, она все так и висит, обрати внимание. Если она так и будет висеть, наверное. Очень круто. Я, наверное, не буду, наверное, присоединяться, да? Я постою пока. Скажи, дорого подготовиться? 180. Не дороже денег. Это в удовольствие, это в кайф, да, поэтому оно, да, того стоит, да? Да? Понятно. А вообще бикини употребляют какие-нибудь препараты? Препараты? Да. Мне кажется, для бикини это не надо. Не требуется, да? А вообще там нет столько мышц на массе. Можно и так накачаться и выставить достойную форму, да? Что, в принципе, мы и видим. Вообще супер. На турнире спина, да, спина четко мы видим. А скажи, на турнире вообще можно найти натуральную грудь у девочек у бикини? Я видела. Видела? Две. Две? А они были у разных девушек или у одной? Спасибо, спасибо. О, ничего себе, круто. Удачи тебе желаем. Спасибо. Все, пока-пока. Так, остались прямо секундочки, минуточки, прежде чем Аня выйдет на сцену. Давай, разминается, резиночки качает. Короче, чтобы последние минуты использовать для того, чтобы накачаться, напампить свои мышцы. Успей. Я готова. Все, она готова, говорит. Сейчас будет, короче, выдавать. Болеем за нее. И 100% будет хороший результат. Воспользовавшись небольшим перерывом, пока судьи отдыхают, пересменка. Это мой единственный шанс выйти на эту сцену. Сцена реально крутая. Свет отличный. Сделан подиум. Выход. Короче, все супер. Мне кажется, спортсменам прям заходит такая тема. Уже очередная категория ждет за кулисами. А мы пока покрасуемся здесь, потому что в качестве участников здесь ловить мне нечего. Все, пойдем, пока не прогнали нас. Love me, then you let me be free. If you love me, yeah. I noticed you're driven by jealousy. Uh-huh. What you staring at? You looking dumb, dumb. No, I don't ever hold my tongue, tongue. I will never be what you expect. Maybe you need to get your eyes checked. I don't care if you think I'm stuck up. I don't care cause you can't call my bluff. I don't care if you think I'm a clown. I don't care cause you can't pin me down. You can't pin me down. I'm everything you can't define.
Аня выступала. Все в финале. Теперь ждем, когда начнутся финалы. И будем болеть за нее. Что это такая за категория? Фит-модель. А чем она отличается от остальных категорий? Тем, что они такие мускулистые. Короче, дохлые бикини. Дохлые бикини. Я понял. А у тебя какая номинация получается? Ростовая, абсолютка? Абсолютка. В абсолютке, да? Уже скоро выход? Да, вот сейчас. Все, тогда не будем тебя отвлекать. Все, пока. Привет, что здесь происходит? Ты откуда? Ангелы с небес спустились. Ангелы с небес спустились. Что за номинация? Новая такая, да? Fit Angel. Что оцениваете здесь? Величина крыльев? Размах крыльев или как? Нет, в первую очередь форма. Костюм? Или насколько они пушистые? Кто выше качество, взлетел? Это качество перьев. Качество волокна, перьев. Да. Больше страз, тяжелее. Тяжелее. Они тяжелые реально? Крылья? Да. Ну... Сколько килограмм? Дашь попробовать мне потом как-нибудь? Без проблем, до дома долетите. Что оцениваете? Какие-то еще дополнительные украшения у тебя здесь, да? Оценивается в первую очередь форма. Образ уже во вторую. Скажи, сколько денег стоит крылья? Вот просто. Это тайна, покрытая мрамором. Нет, скажи, я знаю, уже за купальники я узнавал, что это от тридцатки. Вот сколько крылья стоит? Я не могу сказать, сколько стоят мои крылья отдельно, но весь образ у меня вышел в целом на 150 тысяч. Неплохо, да? Нет предела совершенства. На 150 тысяч. Я понял. А я раньше думал, что по бодибилдингу только трусики купил и все, и выходишь. К сожалению, это не так. Дороговато выходят одни трусики за 150 тысяч. Да, на 2 минуты. На 2 минуты. Ну, может, где пригодится, на корпоративе, например, на каком-то. Вряд ли. Нет, не пригодится. Зачем повторяться? Сдать в аренду, например. А зачем повторяться? А вы поменяйте с девчонками, в следующий раз у тебя будут другие крылья. Мы придумаем другое. Другое? Все. Удачи тебе. Все. Спасибо. Девчонки, привет. У меня вопросы к вам. А что это такое происходит здесь и как оценивать эту номинацию? По размаху крыльев, я правильно понимаю? У кого больше, нет? Нет. Нет, а как тогда? Это все-таки спортивная номинация. Кто дальше пролетит? Нет. А как тогда? Это категория, которая оценивается спортивное телосложение, труд, вложенный в фигуру. Эта категория круче, чем бикини. И здесь выступать должны девочки круче, чем бикини. И таким девушкам мы даем шанс одеть на себя шикарные крылья. И только таким, самым лучшим. Да, крутые крылья. А как это, что они, из чего ты их как делала? Сама, кого-то ощипала, там, я не знаю. Эти крылья нам делал дизайнер на заказ по индивидуальным эскизам. Сколько бедных птичек пострадало при изготовлении этих крыльев? Надеюсь, нисколько. Нисколько, да? Будем надеяться, да. Мы за животных, и чтобы не причинять им вреда, правильно? Конечно. Сколько денег стоит твой образ? Ну, прям вот тут есть сколько там? 100, вот я слышал. Настолько ты хочешь быть шикарной, настолько и ты сможешь, и захочешь вложиться. Нет, образ. Вот конкретный образ. Больше 150. Это еще дополнение, это обувь, украшения, то есть это выше. Но это серьезная сумма. Да. Как хорошо мальчикам в бодибилдинге. Купил трусики. Вышел, и все. Даже ботинки не нужны. А у тебя, глянь, какие шикарные сапоги. А где-нибудь потом можно использовать твой наряд там, в повседневной жизни? На вечеринку. На вечеринку прийти, да, с крыльями помахать там, да? Почему бы и нет? Ну, совершенно верно. Фотосессии, вечеринки, не знаю что, день рождения. Корпоративы, да, пришел крыльями помахал. Я понял тебя. Ну, удачи вам, девчонки. Все, пока-пока. Пам-пам, спасибо. Сколько птичек пострадало при изготовлении твоих крыльев? Ни одной, посмотрите, потрогайте. Да. Оценивается, у кого больше крылья? Это не важно. Не важно, а важно, что важно энергетика, здесь? Красота в целом. А я думал, вышел, кто-то померил крылья, у кого больше, тот и победил, нет? Нет. Блин, ну и ладно тогда. А что тогда? Образ какой-то, да? Образ в целом, костюм, форма, макияж, прическа, все в целом. В смысле, значит, летать не надо? Нет. Я просто думал, кто дольше пролетит, может быть, нет, какая-то. Знаешь, как прыжки в длину. Есть такая? Прыжки в длину, есть такая соревнование, номинация? Есть. А это вот тверили там, нет? Нет. Нет. Понятно. Скажи, пожалуйста, тяжело тебе далось подготовиться или прям в кайф все прям? Нет, не тяжело в этот раз. В этот раз нормально было, да? Да. Сколько денег стоит подготовиться в твою номинацию? Это секрет. Секрет? Да.
Ну, смотри, купальник купи, вот эти вот штуки купи, мейк, какие-то там препараты принимай, да, это какой-нибудь, это какой-то там кали что-то, сколько всего. Не используешь ничего? Нет, конечно. А хочешь, будешь? Зачем? Будешь? Разве я... Будешь? Ну что, типа, а что как это такое? Это? Я тебе говорю, это 100% будет у тебя сегодня плюс 10 к твоему результату. Я думаю, нет. Это вполне. Я думаю, нет. Смотри, я уже практически все раздал. Уже твоя одна последняя осталась. Нет, спасибо. Не хочет пилюлю, короче, от меня. Я понял. Ну что, желаем тебе удачи. Прикольно, спасибо, круто. Спасибо большое. Самые большие крылья. Размер крыльев решает? У меня самый большой интеллект. Интеллект решает. К крыльям, которые прилагаются, конечно, да? Конечно. И крыльям, и к образу, и груди, и глазам. Короче, у кого больше крыльев, тот побеждает, нет? Нет. Тот побеждает образ. Образ, я понял. Как ты себя презентуешь? И как ты думала над этим? Я не думала, мне дизайнер сделал. Дизайнер сделал, да? Мадина, да, из Питера. Мадина из Питера? Да. Может быть, и к ней обратиться, и мне подобрать какие-нибудь крылышки огроменные. Красиво, ну, это... красиво, красиво смотрится. Новая категория Fit Angel, да? Да. Я еще и фит-модель. Выступаешь в двух категориях, да, сегодня. Все, спасибо тебе, удачи. Да. Встретили Рустама Майера. С Рустамом мы давно знакомы, из одного города с ним. Из Тамбовчика. Ты приехал кого-то поддержать конкретно или просто попялиться на красивых девчонок? Я приехал попялиться на красивых девчонок, пацанов, ну, в хорошем плане. Вот. Кирилл Сарычев позвал. Вот приехали посмотреть, что к чему. Тем более я уже тоже начал заниматься. Делай. Ребята, минус 35 килограмм. Просто нужно захотеть. Просто нужно заходить и сделать это. Какие-то 100%. Отговорки. Я не могу. Очень не легко. Получается. Но и когда ты это понимаешь, что тебе это нужно в первую очередь, это очень легко. Да. Очень легко. И главное полюбить себя. Это нужно, знаешь, как, захотеть. Знаешь как? Мне очень нравится, когда психологи говорят, типа, когда вы начинаете худеть, полюбите себя. Там, все это полное. Наоборот, посмотрите на себя и поймите, что вы жирный, блядь. И начните ходить, правильно я говорю? Да, в здоровом теле здоровый дух. Да. 100%. Спасибо тебе. За костюм девчонки мы пойдем смотреть. Пойдем посмотрим. Да, я с удовольствием, я прям не могу. Я с тобой разговариваю, у меня глаза косятся. Один глаз туда пошел. Один туда, да. Девчонки, супер, круто, поздравляю вас. Вообще, как можно определить, я уже спрашивал победительницу, девчоночки все такие красивые, все. Вообще нереально, когда на сцене одновременно столько красоты, это, я не знаю, студии, суперпрофи, потому что это сложно. Глаза разбегать, я бы не смогла судить вообще. Так, знаешь, галочки ставь, как попадет там, в принципе, да. Ну реально, очень красивая номинация, очень интересная. Я надеюсь, она приживется и найдет свое продолжение, думаю, дальше, да, в этих турнирах. 100%. Поэтому поздравляю вас, спасибо. Спасибо. Все супер, супер.
Как так? Что? Ты расстроена? Да нет, ну да, нет, да. Ну да, нет, но все-таки... Расстроена, немножко, да, я расстроена. Ну объективно, честно просто, да, чуть-чуть расстроена. Да, я расстроена. Но все равно все-таки второе место. Но, он блин, серебряный у меня. Все равно ты молодец, это супер классно. Значит, есть куда стремиться вперед, да, с тренером. И вы обязательно выиграете и победите. Спасибо. Анна Виткалова, член команды «Живая сталь». Спасибо большое. И перед нами абсолютная чемпионка номинации «Фигура». Ты рада? Очень. Очень рада. Очень. Это круто. Очень, да, очень. Эмоции тебя переполняют? Конечно, безусловно. Соперницы были достойны? Достойные, да. Что ждет классные. Тебя покушать прямо сейчас? Покушать? Да попить бы. Попить бы, просто попить. Да, просто попить. Просто скромное ноги желание. Ноги вытянуть. Попить, полежать, да? Вообще. Это последний старт в этом году у тебя? Нет. Ты еще на Эснопро будешь выступать, да? Я думаю, да. На Эснопро выступишь? Да, увидимся там. Увидимся через пару недель буквально, да, уже? Ну да, что поэтому чуть-чуть еще потерпеть и завершить сезон. Конечно. Да, супер. Поздравляю тебя еще раз, это было круто. Вообще, супер. Спасибо. Победительница категории бикини низкой ростовой, да? Да, маленькие. Маленькие бикини. Как тебя зовут? Евгения. Мини-бикини Евгения выиграла сегодня. Ну как, довольна? Да, очень довольна. Прекрасное шоу, прекрасное соревнование. Просто. Не зря эти тяготы и лишения ты испытывала, да? Не зря. А они были? Были, но это все-таки любимое хобби. Из-за этого я просто люблю то, чем занимаюсь. В принципе, это было в кайф, да? Да, это было по-настоящему. Что, у тебя ждет абсолютка? Да, сейчас ждем. Уже готовься. Сейчас еще девочки, еще две ростовые отвыступают. Да. И в абсолютке будем следить за тобой. Спасибо. Давай, удачи тебе. Спасибо. И здесь на турнире, естественно, Юрий, приветствую. Конечно, приветствую. Привет. Как мы могли такое пропустить? Как такое событие, да, серьезное. У тебя сколько спортсменов здесь? Двое. Двое спортсменов. В категории? Все фигура. Все фигура. Да, девочка в новичках, вот она позирует. И Аня Виткалова, она еще, ну, она отдыхает, еще даже на грим не приезжала. А у них уже это не первый старт получается, да? Вот девочка совсем с первым стартом, а Аня в этом сезоне уже третий старт. Уже третий старт. Да. Вообще мероприятие, по-моему, масштабное, крутое, да? Новая площадка. Площадка вообще объем, супер. Объем, воздух. Супер, новая сцена, по-новому выстроена. Но будем надеяться, что все пройдет не хуже, чем прошлые турниры. Да, и призовые. Призовые, так и количество людей зарегистрированных. Да. Тоже как бы все... И неплохие, заявляют сколько? Больше 2 миллионов, да? 2-300. 2-300 призовые. Сейчас я пойду спрошу, где они нашли такие бабки? Ну, кстати, обратите внимание, какие спонсоры. Это спонсоры как бы миллиардные компании, Wildberries. Uh-huh. Это ж как бы привлечь таких спонсоров, это надо уметь. Да, поэтому у них получилось, а у кого-то нет. У кого-то нет, да. Все, будем болеть за наших. Да, удачи. Победительница категории бикини средней ростовой категории. Привет. Ой, здравствуйте. Ну как ощущения, расскажи. Не я, надо, я не надо. Я очень переживала, если честно. А что переживать? Пришла, выиграла и пошла. Конкуренция по сравнению с предыдущим разом, когда я выступала на NBC, колоссальная. Совершенно другие девочки, другой уровень. И мне прям понравилось. Ну, тем эффектнее, интереснее, да, тем больше получаешь кайфа больше от того, людей, что ты выиграла. Потому что выиграла в реально серьезной конкуренции. Да. Было бы неинтересно прийти где-то там что-то. Я согласна, да. Это здорово, что NBC развивается. Вдвойне приятно. И так много спортсменов. В общем, сейчас будем ждать абсолютки, посмотрим. Да, буквально 5 минут, и ты выходишь в абсолютку. Да, надо отдышаться. Так, а что тебя ждет после турнира? Какая-нибудь вкусная булочка. А все будет зависеть от того, какой я абсолютке. И чем, да, ты себя будешь награждать либо после. Либо награжу, либо поругаю. Либо поругаю. Не, на самом деле, я попью воды. Апельсинового сока хочу очень сильно.
уже целый день. Даже я уже хочу апельсиновый сок за сегодняшний такой день. Такой свежевыжатый, да, знаете. Да, да. Все, давай не будем тебя отвлекать. Ждем тебя в абсолютке. Все, удачи, удачи. Вот и она, это чемпионка. Мы сегодня самая популярная у меня на интервью. Это неспроста, потому что реально это круто, крутая форма. Ну спасибо. Что, поздравляю. Спасибо. Сказать уже больше нечего. Крутая форма, ты просто умничка. Давай еще раз, 5. Крутой кубок, покажи. Да вообще, он такой тяжелый еще, медаль. Да, бикини, абсолютка. И медаль. Вот так. Приятные призы. Да. И в конвертике еще упало чуть-чуть, да? Да. Это еще вдвойне приятнее. Да. Все, поздравляем тебя. Отлично. Спасибо, супер. Большое спасибо. Удачи на следующих стартах. Спасибо. Ну вот и подошел к концу турнир Гран-при 4 лиги NBC. Мы освещали его для вас, как это было, как спортсмены готовились, как выходили, как соревновались, зарубались, подходили к ним с разными вопросами. К сожалению, были как победители, так и проигравшие. Но, надеюсь, это их не сильно расстроило. И на следующих стартах они обязательно выиграют первые места. А это была «Живая сталь». Подписывайся на канал, ставь лайки и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока!